Сегодня Нижегородской области подвели итоги работы судов общей юрисдикции за 2017 год. Их озвучил председатель областного суда Анатолий Бондар. Регион вошел в десятку субъектов, рассмотревших наибольшее количество дел. Всего около 650 тысяч. На первом месте находятся жилищные споры, далее семейные и трудовые. Наибольшее количество уголовных дел пришлось на Автозаводский районный, Канавинский и Дзержинский городской суд. Больше всего дел возбуждено по фактам преступлений против собственности. На втором месте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на третьем – против личности. При сокращении арестов, тем не менее, более чем на 10% увеличилось количество продленных арестов. Поэтому мы предложили сегодня и руководителям федеральных органов, которые есть следственный аппарат, проанализировать причины. Ну и, естественно, мы тоже сделаем обобщение судебной практики и поймем, в чем причины. Если говорить поверхностно, то я считаю, что это элементарная волокита по делам, которую необходимо искоренять.